Мама твоя будет тебя подумать. Завтра все выйдут. Для выборов хлусливых Лукашенко есть захвяр молоди. И зараз на хресте на Вжодина сидят зневоленные люди, которые вышли без зброї. Я памятую, как 9-го мы сюда подходили, как начали нас закидывать дымовыми шашками, водометами и стреляли. Я бачила эту кровь молоди. Наверняка половина из них думает так же, как и вы. Но они выполняют преступные приказы. Не выполняйте их. Сыходьте. Мы же вас не просим пропускать. Скажите вот так, я не жадаю. Одного человека. Всех не посадят за на Охрестина, ни в Жодина, ни за Краты. Не забьют на вас. Мир не перевернется. Майте мужчинский гонор. Пропустите старушку. С народом. А не с уладой фашистовской. Ты же не глухой. Пожалуйста. Гуляет. Она пойдет, возможно, цветы и выйдет обратно. Я бы поубивали. Во что, по голове кто-то будет бить. Может улыбаться. Только мы. И солдаты не исключение. Живе Беларусь! Живе Беларусь!